На День пожилого человека, традиционно отмечаемый 1 октября, в торговом центре Маримол магаданские бабушки устроили флешмоб. Активисты магаданской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов танцевали и принимали поздравления и слова благодарности от молодежи. Дорогие друзья, сегодня Всероссийский день пожилых людей. Мы бы хотели этот день назвать «День элегантного человека». Сегодня молодое поколение – это наши дети, наши внуки – говорят нам большое спасибо за то, что мы отдали им всю свою душу и сердце. Мы, дорогие друзья, желаем магаданцам здоровья, хорошего настроения, доброты, хорошей погоды, любить жизнь, удачи, благополучия, счастья, мира на земле. Своей акцией старшее поколение попыталось привлечь внимание молодых по-новому и взглянуть на отношения поколений. Быть активным, энергичным и востребованным. Именно такой вопрос сегодня формулируют многие ветераны и пожилые люди. Вечерний Магадан, побывавший на мероприятии, отмечает и встречную благодарность ветеранам от молодежи. Это самое главное, что должно стоять на первом месте. И обязательно живите для себя, делайте для себя. Не забывайте о себе, заботьтесь о своем здоровье и просто счастья и благополучия. Хочется выразить огромную благодарность, потому что вы нас каждый день радуете своей красотой. Хочется всегда пожелать и добра, и здоровья, прям счастья огромного. И мы сами хотим вас с этим же радовать. Спасибо вам огромное. Спасибо. Вы увидите, мы любим жизнь, мы инициативны, мы востребованы, а вы, наше молодое поколение, должны уважительно, во-первых, к нам относиться и нас во всем поддерживать. Конечно. Спасибо вам за добрые слова.